Ну что, финалочка. Больше не буду мучить. Вот только подъехал. Опять место. А то все говорят, везунчик, не везунчик. Вчера 5 раз парковался на пустое место. Ну, в плане, что никому не мешаю. Ну что, как думаете, Григорий, успеем? Боевую Мазду. Вот она уезжает к Васову на установку мотора. Мотор косар готовый. Но вид такой, кажется, конечно, что еще долго. Что там? Кто говорит, что место для инвалидов или еще что-то? Вон рядом даже есть место. Все, переезжаю на дачу. Хочу попробовать. Ребята говорят, что час езды до города — это как в центре. Везу барахлишко. Посмотрим, насколько утомительно. Ну что, меньше часа. Ради такой красоты, конечно, можно поехать. Мошки, правда, подзасрали все.